Настоящему дачнику всегда найдется работа на участке. И каким бы ни было время года, отдыхать некогда. Поэтому только увлеченный любимым делом человек знает, что, когда и где нужно посадить. Какого ухода за собой требуют плодовые деревья и декоративные кустарники? Когда нужно начинать готовить почву и растения к наступлению нового времени года? А еще, как повысить урожайность, правильно привить молодые саженцы, создать уют не только на улице, но и в доме. И, конечно, похвастаться богатым урожаем и вкусными народными рецептами. Удачи на даче! Смотрите в четверг в 21:00 на Беларусь 4 Витебск и онлайн на vtv.by.